Один. Теніс. Харківський центр «Унікорт» вважається одним з кращих у межах колишнього Союзу. І взагалі він розвинається, немов би, всупереч логіці. Розпочато було його будівництво тоді, коли нічого спортивного у колишньому Союзі не будувалося, і навіть це було заборонено. І зараз, коли багато шкіл припиняють своє існування, центр не лише працює, а розвинається і навіть поєднує, здавалося б, не дуже-то сумісні, як на ті часи, речі. І реальну масовість, і насправді високі спортивні результати. Ось про те, як виступають у нинішньому сезоні тенісісти, наша розмова з Валерієм Бурком. Валерій Львович, ну, у теннисистов в жестком смысле каникул не бывает, и все-таки сейчас какое-то традиционное, скажем, ну не межсезонье, но перерыв между двумя половинами сезона. Как вот можно оценить выступление ваших воспитанников, представителей клуба «Уникорт» в этой вот первой половине сезона? И, разумеется, в первую очередь я бы хотел, чтобы вы рассказали чуть подробнее о выступлениях Дмитрия Полякова. Ну вот как раз о Диме сейчас говорить очень трудно, сложно, потому что несколько месяцев тому назад, в конце февраля, он перенес тяжелую операцию. Для спорта это тяжелая операция, операцию мениска. И спортсмены знают, что после нее трудно прийти в себя, в полном смысле этого слова, и физически, и психологически. И вот то, что мы начали играть, пока, конечно, нас не удовлетворяет. Хотя мы сыграли несколько турниров, включая и French Open, и Уимблдон. Это турниры большого шлема, и мы туда попали. И большой, огромный турнир в Гамбурге. И вот из всего того, что мы сыграли, пока наиболее успешным явилось выступление Полякова в паре с новым, так сказать, хорватским теннисистом, вернее, со старым югославским, теперь хорватским теннисистом Гораном Прпичем в Гамбурге, где они вдвоем заняли место в полуфинале, проиграли в полуфинале Эмилио Санчесу и Казалу. Это одна из сильнейших пар мира. Вот это было успешно. А теперь мы будем стараться, конечно, не подвести самих себя, естественно, любителей тенниса и харьковчан, и всех остальных украинцев наших, чтобы к концу сезона как-то воспрять и восстать из пепла, потому что сейчас ситуация очень тяжелая, я говорю откровенно. Будем надеяться, что Диме удастся как можно быстрее выйти на свою оптимальную форму. Но я понимаю, что Поляков – это элита тенниса, но у вас же очень много было и юношеских соревнований. Как на этом фронте дела? Да, и в плане того, что есть резерв, он должен быть всегда, иначе вот такие вот временные отступления будут очень обидными. Вот резерв нас в этот раз не подвел. И ученики, учащиеся нашего, воспитанники нашего клуба, ученики тренеров Пруткина, Бендерского, Луценко зарекомендовали себя достаточно хорошо. И Юра Петренко, это тренер Сергей Александрович Ситковский, Яна Харлашина, тренер Бендерский, попали на чемпионат Европы уже от новой страны, от нашей независимой Украины. Валерий Львович, я знаю, что команде вашего центра «Уникорт» не удалось попасть на престижный турнир в Англию. Вокруг этого сейчас много слухов, много звонков в редакцию. Вы бы не могли прояснить ситуацию? Да, к сожалению, это впервые такой случай с выездом наших теннисистов, наверное, и спортсменов, вот в Харькове я еще не знал. Когда мы достаточно задолго сдали и оформили все документы на детей и на сопровождающих лиц, а это тренер Ситковский Сергей Александрович, завуч школы Чубукина Лилия Александровна. И вот нам в посольстве, дотянув до последнего дня, отказали в визах, хотя была поддержка визовая из Англии, звонили в английское посольство в Москве, звонил член парламента, подключенный тренерами из Бирмингема, просили, им сказали, что все будет в порядке, но последний день в визах отказали. Это вообще впервые за мою практику, и, к сожалению, вот так произошло. То есть английские бюрократы превзошли наших? Да, правильно. И более того, теперь уже пойдут и жалобы, потому что тренеры школы, с которой мы контактируем в Англии, сказали, что обязательно через парламент пошлют жалобу и сделают парламентский запрос.